Искали браконьеров, а нашли любителей растительных наркотиков. Внимание инспекторов Мозырской районной инспекции охраны животного и растительного мира во время проверки угодий Калинковичского района привлек автомобиль «Шкода». Водитель и два его пассажира, все мозыряне, попытались скрыться и по пути выбросили плотно скрученный полиэтиленовый пакет. Как оказалось, в нем находилось 60 граммов марихуаны. Задержанные помещены в СИЗО. Калинковичский РОСК возбудил уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических средств.